Здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить такую замечательную игру, как Resident Evil под номером 2, сценарий за Клэр на этот раз у нас. В прошлой серии мы повстречались с Лизуном, повстречались с братом Немезиды, и теперь мы получили все для того, чтобы идти вот в то место, в тот страшный коридор, где, по идее, нас должен встретить еще один Лизун. По крайней мере, он был в сценарии за Леона. Здравствуйте. Ух ты же, ядрит, а здесь раньше зомбарей не было. Черт, а чьих так много-то? Блин, как ух-то. Блин. А, еще и ту... Ах, ты еще и живой, скотина блинская. Не, ребят, давайте сюда. Ого, давай. Эть. Куда они утопали-то? Так, не, погодите, там он уходит туда, и там еще один у нас тусует. Куда он пошел-то? Эй, болезный. Вот так вот это делается. Хорошо. Одна гранатка, конечно, в молоко. Хотя мы того, по-моему, убили. Нет, вряд ли будет Лизун сейчас в коридоре. Потому что зомбарей нам здесь поставили. Так, ну это мы все читали. А, 22-36. А, вот почему я думала 32. Я помню, что там тройка, двойка. 22-36. Бежим обратно, значит. Возьмем все, что там лежит. Сейчас тут кто-нибудь будет, небось, да? Да не, вроде нету. Неважно. Бежим, 22-36. Этот код я, наверное, запомню на всю оставшуюся жизнь. Хорошо. Ну, в принципе, господи, не так страшно то, что я его забыла. Ничего такого серьезного делать не пришлось, чтобы его получить. Ой, чё ж я делаю-то? Не в ту сторону. Еще чуть-чуть, вот еще чуть-чуть. Нет, стоп. Люди, надо сюда. Чтобы их приманить, чтобы они оттуда ушли. Я смогла выбежать. Так, 22-36. Жалко, как через эти стекла не видно, где они там ходят. Ой, господи, что я делаю? Ладно, сейчас. Два. Три. Кислотный. Что-то там еще лежало. Карта, по-моему, да? Конечно, возьму. Тун-тун-тун-тун. Так, сейчас. Сохраняемся. Что там лежит? Ленточка, кажется, да? Тут ничего. Ух, ядрить, валим. Валим, Мюкалэр, черт, иди. Ну, хорошо. А, так хорошо. Так, нет, у нас там граната. О, черт, сколько всего, а? Может, что-нибудь выложим? Потому что-то забито как-то все очень. А, хотя мы все равно сейчас туда пойдем. В этот коридор, там сейв-рум как раз. Точнее, ящик. Там выложим траву. Я так думаю. Ну, чуть-чуть траву, не все, конечно. Штуки две. Так-то мы пока неплохо справляемся. А, тебе я хочу выложить, и тебе я хочу выложить. Ключ к пике мы пока оставим. Я даже знаю, где он нам сейчас пригодится. Возьмем, не возьмем. Ладно, я думаю, двух слотов нам пока что хватит. Хотелось бы, конечно, надеяться. Надежда была так близко. Близко. Хоть бы без Лизуна, пожалуйста, и без зомби. Стекло уже побито. Надо в этот раз
сжались и не промахнуться. Эй! Странно. Пики только один раз сработали, да? Видимо, остальные двери будут завалены или еще что-нибудь такое. Что у нас тут? Я помню, тут что-то было. Ага. Зачем я взяла? О, кстати, да. Подожди. А, ну мы читали уже. А, там что-то наверху. Ключик? Или что там у нас? Пленка? Не помню. А, зажигалка. Плохой знак. Тут нет? Нет, ничего. Ладно. Жаль, что у нас теперь зажигалка не основной предмет. Тут точно ничего. Печально. Так, хорошо, и куда нам? Надо найти провод. Я хочу вовремя закрыть эти жалюзи. Теперь, по крайней мере, не забуду, где они. Это в прошлый раз я помню, сам вид коридора, а вот где? Ладно, я пока не буду брать, пускай лежит. Это у меня места и так нету. И ну, мы здесь пройдемся еще не раз. Не нравится мне вот эта кровь. За костюм у нее интересный вообще такой. Ладно, куртяжка, я понимаю, но не важно. Помните, руки здесь были? Интересно, что это колотить-то, блин, скоты? Вот в прошлый раз руки были, а теперь зомби, блин. Черт, подонки. Надо было мне гранатку кинуть просто и все. Подонки, ненавижу. Напугали. Скримером. Так, а там кто-нибудь будет, интересно? А, картинку там надо будет поджечь как раз. Сейчас тут куча зомбарей нибудь, да? Вроде нет. А ну мы это читали опять же. Поэтому я сейчас продержу, чтобы вы это смогли почитать, если кто-то вдруг не смотрел сценарий за Леона. Хотя мне кажется это странным, потому что как бы этот сценарий будет в той же папке. Что-то там такое было. Я хочу что-нибудь, дайте мне что-нибудь. О, хорошо. О, хорошо, вообще отлично. Как-то с патронами здесь получше, да? Да-да-да, я помню. Я такая отсылка к Silent Hill. Хотя странно вообще, зажигаешь в камине, а здесь картина сгорает. Опасно. Каждый раз новую картину находить, чтобы туда спрятать что-то. Странно, а мы же эти камни применяли как раз на тех статуях. А, черт, нам все-таки придется вернуться в ту комнату, где Лизун. Блин. Я так надеялась, что это только за Леоном бегали там. Это печально. Ну-ка, сработает, нет? Мне кажется, есть смысл вернуться в сейв-рум. И скинуть.
Камешек, вот это вот все добро. А то вдруг мы сейчас что-нибудь найдем хорошее. Нам, по идее, сейчас нужно добраться до этого... Как его зовут? До второго этажа. Там нас Леон ждет. Если вы можете помнить. Клиенту как раз зажигалку. Ладно, тоже сложим, потому что не очевидно, пока нужна нам, но она нам не нужна. Не хочется по 100 раз носить с собой. По 100 вещей, точнее, господи. У меня вообще плохое ощущение. Мне кажется, вот мы в тот коридор, где этот брат Немезида ходит. Мы туда либо вернемся, либо что-нибудь такое будет, потому что... Как-то... Там, по-моему, реально от него можно убежать, но мне кажется, его не стали бы туда пихать, если бы от него можно было так избавиться. Фух. С Богом. А тут раньше были зомби. Мы, кстати, уже... О, черт, мы рядом с Игромом. Ой, давайте тогда за травой сбегаем. А? Я и забыла, мы туда прям сбегали далеко. Ну ладно. Неважно. Здесь уже никого нету. Можно и побегать. В общем, такое ощущение, что когда мы вот туда придем, встретимся с Леоном, вот второго скинут вот этого мужика. Потому что видели, сколько там капсул было, а скинули только одну. Плохо. Плохой знак. Я даже больше скажу. Мне это все не нравится. Здесь, конечно, не так все страшно, как в третьем резиденте. Но тем не менее. Давай, Клара. Давай. Я не знаю, комбинировать, не комбинировать. Ладно, пока не буду. У нас там есть скомбинированное. Этот руку красную траву найду где-нибудь. Наверняка ж. Отлично. Так, этот ящик будет открыт заперто? Особый ключ. Ага, конечно. Знаю, этот особый ключ. Сказала бы я вам, но это будет спойлером. Хорошо, ладно. А вот сюда. Эй! Так, что у нас тут? Все то же самое, здесь ничего не будет. Проявите пленку, это замечательно, но... Кстати, мне показалось, ли там ленточка лежала? Вот это вот что такое? Ну ладно. Так, вот, подожди, вот тут, мне кажется, что-то лежало. Да. Ой-ой-ой. Дэвид. Хорошо. Ладно, идем к Леону. Нам недалеко до него осталось. Я надеюсь, нас ничто не задержит. Это знаю я, как тут любят это все делать. Что-то мне музыка не нравится. Опять?
Ладно, допустим. Ладно, пока мы решаем загадку, по идее, на нас никто не должен выпрыгнуть. Вот просто кто посмотрел уже третий резидент, они знают, почему я так боюсь музыку эту. Они вообще очень много узнают, почему я тут реагирую на какие-то вещи. Именно вот за Клэр, потому что за Клэр я делаю прохождение чуть-чуть попозже. Да Е3-то кладите. Отлично, на данный момент у меня из третьей части записано уже 5 серий, поэтому... Но мне кажется, вот интересно будет вот наблюдать и за тем, прохождением тем, кто и будет... Кто смотрел, в общем-то, хотя бы, не знаю, все это. Так. Кому интересно. Ну и че? Вот как? Вот как это работает? Объясните мне. Рука-то каменная, она подвинуться не может, или там шурупчик какой-то убирается. Но как? Ладно, красный камень мы достали уже хорошо. Тем клево. Нафиг. Слишком тихо. Хорошо. Леон! Встречай нас. Леон! Рад видеть тебя живой. И похоже, что мы не сможем найти твоего брата. Ну, мы это читали. Нам больше нет смысла здесь оставаться. Предлагаю разделиться, найти оставшихся в живых и сматываться отсюда. Верно. Вот, возьми эту рацию, она тебе пригодится. Помощью мы сможем связываться друг с другом. Раньше чё не дал? Помощью мы сможем связываться друг с другом. Ой, Леонушка, уйди, пусечка моя. Разделиться, да? А вот вам и бубны, кстати говоря. Чё у нас тут? Стол сильно захламлен, видимо, его владелец неаккуратен. Да, твой брат сущая свинья. Фотография молодого парня, наверняка ее бойфренд. Так, чё там по оружию-то, кстати? Стол Ребекки. Допустим. Так, вот я помню. Здесь должны быть пистолетные патроны. Стол ружья. Чё там у нас? Оружие, пожалуйста, хоть где-нибудь. Или Леон уже все подсобирал? Кто-то обыскивал стол. Ну, как бы тебе сказать, кто бы это мог быть? Крис Редфилд. Стрелок. Старая добрая фотография, да? Вескер, как всегда, в очках. Слушайте, а где Бэри? А, вот он, по центру, да? Вот по центру второй ряд, да? Вот рядом с бородатым негром. Это, по-моему, Бэри. Очень похож. Кто такой Бэри, вы узнаете из третьей части. Допустим. Тут точно ничего нет, да? Печаль. Так, я хочу вот тут ящик.
где должно быть мега-мега оружие, которого здесь наверняка сейчас... арбалет. Господи, что он тут делает? Ну ладно, допустим. Орион, можно я останусь с тобой? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я убью Аду. Ради тебя я ее застрелю, она больше не будет доставлять нам проблем. Пожалуйста. Здрасте. Не было такого. Вранье. Кто-то два раза одно и то же отправил, я смотрю, да? Крису Редфилду. Согласно вашей просьбе, мы провели внутреннее расследование и выяснили следующее. Первое. Касательно исследования вируса G корпорации Umbrella. Пока нет никаких подтверждений даже существования вируса G. Мы продолжим расследование этого вопроса. Второе. Касательно Брайана Айронса, шефа полиции Ракун-Сити. По слухам, Айронс за последние 5 лет сколотил целое состояние на взятки руководства Umbrella. Есть сведения, что дело о лаборатории в особняке было закрыто по его прямому указанию. Известны другие случаи, когда он покрывал темные делишки Umbrella. Во время учебы в университете его дважды привлекали к уголовной ответственности за изнасилование, но оба раза отпускали на свободу из-за недостатка улик и его феноменальных успехов в учебе. Ввиду вышесказанного, рекомендуется соблюдать осторожность в отношении этого субъекта. Джек Гамильтон, глава отдела внутренних расследований Федеральной полиции США. Леон, это что было, а? С помощью мы сможем связываться друг с другом. Ну, ладно, допустим. Слушайте, вот интересно. Судя по наметкам Криса, они с Джилл из Барри, который как бы умер в первой части, отправились в Европу, но... Что тогда Джилл в третьей части бегает по Ракун-Сити? Без Криса. Что она вообще там делает? Что она забыла? Здрасте. У! Здрасте! Помогите! Да не что. Сейчас все будет. Подожди, девочка. О, господи. Тихо! Ты умер? Скажи мне, что ты умер. Ты умер. Девочка? Девочка? А как она тут прошла, когда мы даже тут не могли пройти? А, нет, теперь тут открыто. Хорошо, это, видимо, Леон открыл, да? Ядрит-то. А как она тут прошла, простите? Офигеть, никакой реакции. Граната в молоко. Блин, да вы издеваетесь, что ли? Да что за издевательство такое? Ты иди там. Ты пошел-то в сарак. Красотища. Посмотрим, кстати, как арбалет работает. Девочка. Так, он, она стул нам сможет открыть с помощью отмычки? Да. Пистолетки. Все отлично. Там, по-моему, save room. А может, я ошибаюсь? Нет, я ошибаюсь. А, там выход на этот... на балкон холла, кажется. А куда она делась-то, мелкая? Девочка! Эй! Девочка! Где ты? Выходи, тебя съедят. Как она все-таки там прошла мимо этих трех зомбарей, объясните мне. Или пока они ели, они ее. Какого хрена? Леон же это починил все. Блин. Да, почему тогда сюда камера смотрит?
Так, нам надо, если я не ошибаюсь, опять эту загадку решить. Черт возьми. Куда убежала девочка? Как ли он, кстати, ее проморгал? Неужели она настолько незаметная? Выдрить-то, господи, я забыла, что здесь так будет. Ладно. Ну, бронзовую пластинку, да, я помню. А, кнопочка вот-вот-вот. Ну, я не помню, надо было посмотреть повнимательнее. Ладно, давайте тогда сходим, это чтобы я сейчас 2 года не двигала. Так. Желтое-синее, синее-желтое, синее-желтое, желтое-синее. Хорошо. А, ну в принципе, да. Все отлично. А что, неправильно, что ли? Подожди. Налево, наверное, да? Да не, быть не может. Подожди, желтое, синее, синее, желтое, синее, желтое. А, все, 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 поняла. Тут все правильно было. Вот. Тут вообще ничего не подвинуто. Право. Вау! Мега сложная загадка решена. Хорошо. Камень змея. Господи, куда его втыкать-то? Разве здесь камень змея был, когда мы зеленый играли? Здесь, по-моему, что-то другое было. Не помню. Так, стоп, я хочу посмотреть на карту. Я не помню, куда. Видят эти страшные, страшные двери. Так, это ведет на 2-й этаж, я так понимаю. На балкон, да? А вот та дверь наверху, она ведет, по-моему, к часам. Сейчас проверим. Вот это, кстати, что за дверь? Вот это, по-моему, к часам. Не помню уже ничего. А, нет, смотрите-ка. А, да-да-да, вот эта дверь ведет к часам. Отлично. Ладно, сбегаем туда. Может, она там прячется, девочка? Вряд ли. Да. У нас еще нет ничего, чтобы мы тут смогли что-то сделать. Все, уходим. А может быть, нам сюда и не нужно будет? Это чисто леоновское. Хотя вряд ли. Ладно, тогда... Что делать? Потом другую дверь. Пум-пум-пум-пум. Стоп, подожди, а вот та дверь куда ведет? Уйди, уйди, уйди. А, мне показалось. Уйди. Слушайте, ладно, давайте тогда мы на этом серию-то завершим. Следующий пойдем исследовать. Сейчас так дальше. Я надеюсь, эта серия вам понравилась. Если это так, обязательно ставьте пальцы вверх, оставляйте комментарии, подписывайтесь, если вы здесь впервые. И, конечно, огромное спасибо за просмотр. С вами была Севен. Всего хорошего, удачи и пока-пока.